Франция постепенно выходит из карантина на фоне обнадеживающих данных о развитии эпидемиологической ситуации. В эту субботу в большинстве регионов открылись церкви. В пригороде Парижа Ньюи-Сюр-Сен, несмотря на разметку на полу, запрет садиться рядом и необходимость носить маски, верующие не скрывали радости. «Меня просто переполняет радость. Я целых 2 месяца ждала возможности снова прийти сюда, причаститься святых даров, зарядиться внутренней энергией». В этот день по всей стране прошли также церемонии вступления в должность членов муниципальных советов, избранных в марте. Среди них заместитель мэра по спортивной работе города Валанс в центральном департаменте ДРОМ Рено Путу. Можно сказать, что для нас прозвенел первый звонок. Но церемония проходит, конечно, в странных условиях. Мы лишены привычных ориентиров. Все это похоже на виртуальную реальность в ожидании, пока мир придет в себя. Жертвами эпидемии коронавируса во Франции стали более 28 280 человек. Число пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, по-прежнему снижается.